закончился первый раунд. Красный Владок АФ мастер спорта Лаура Исаскиди, Казахстан. 2000 года ранения боксом занимается 7 лет. Счет по явным видео. Тренируется Лаура под руководством тренера Нургали Сафиулина. В данном соревновании выиграл Арман Катабаев. Закончился второй раунд. Сезон Гладыкаев Ирахма Зиёдова, Узбекистан. 2001 года рождения, кандидат мастера спорта. Боксом занимается 4 года. Финалист чемпионата Республики Узбекистан. Тренируется под руководством тренера Халитова. К данным соревнованиям готовит Ришот Расулов. Для награждения приготовится спортсменка весовой категории 60 кг. Thank you.
кое хочешь. В этом бою единогласным решением судей победу одержала Эсентюли Мария.